Всем привет, с вами Миша, и вы на канале Crypto Dealers. На крипте можно хорошо заработать, а можно и норм так потерять. Еще можно ничего не понять и не лезть. Для простых обывателей майнеры и трейдеры – это люди, которые говорят на непонятном языке о сложных вещах. Такой образ отпугивает новых участников и, как следствие, серьезно замедляет рост рынка. Но некоторые хомяки все равно решаются на свой первый вклад, который после становится последним. Это тоже проблема для рынка на длинной дистанции. Ее решением уже занимается не один стартап. Солюшены для хомяков придумали Bit21 или криптолокатор. А также герои нашего сегодняшнего обзора – MoneyRebel. MoneyRebel – это маркетплейс, который сводит вместе хомяков и опытных адвайзеров. Хомякам девы обещают удобство, прозрачность и траст-билдинг с адвайзерами. Последним обещают бабло за услуги и не заменять их искусственным интеллектом. Одна из будущих амбиций MoneyRebel – это усилить платформу полноценным ИИ-адвайзером, который будет работать в связке с живыми людьми. Но, как водится, гораздо эффективнее работать с данными, сбором информации и таргетированными предложениями. MoneyRebel сосредоточились на нескольких проблемных инсайтах, которые собираются порешать. Первый – это сложность входа на крипторынок. Второй – непонятно, кому можно доверять на рынке в управлении и вкладывании денег в крипту. Третий – непонимание, что и куда вкладывается и какую выгоду или риски это несет. Четвертый – нелюбовь фиатных банков к крипте и комиссии, придуманные самим дьяволом. Пятый – вклады в ICO и отсечение скама. Итак, что конкретно предлагает MoneyRebel юзерам и адвайзерам? MoneyRebel задается целью Make Crypto Trade Great Again и для юзеров, и для опытных адвайзеров. Юзеры смогут легко войти в криптотему, выбрать адвайзера по его рейтингу и отзывам, а также отслеживать с телефона состояние своего воллета. MoneyRebel собираются законнектить в своей апке и другие аккаунты, в том числе банковские с фиатами и, что немаловажно, урезать комиссии. Интегрированный искусственный интеллект, как уже говорилось, будет советовать в связке с живым адвайзером и подбирать интересные для пользователя предложения, плюс управлять его новостной лентой. Среди прочего, MoneyRebel будет осуществлять криптоарбитраж, позволяя отслеживать разницу в курсах монет. Адвайзеры получают часть этих преимуществ и бонусы в виде постоянного потока клиентов, рейтинг, который будет говорить сам за себя, само собой плату, специализированные приложения для работы с инвестициями и платный функционал. Смесь платных и бесплатных услуг – одна из основных фишек MoneyRebel. Вся эта история построена на блокчейне и смарт-контрактах. И, конечно же, работает на собственных токенах. MoneyRebel выпускают токены MRP, сокращение от MoneyRebel Platform. По традиции, токены становятся главной расчетной единицей на платформе и дают возможность доступа к бонусным фишкам. MoneyRebel не указывают точное количество выпускаемых токенов. Оно будет автоматически распределяться в процентном соотношении по математической формуле. 60% токенов будет продано, 17% зарезервировано за командой, по 8% останутся для исполнительной команды и адвайзеров, 4% пойдет на баунти и 3% для обеспечения ликвидности. MoneyRebel ставили себе софткап в 2 миллиона евро, который уже достигли во время пресейла. Хардкап для сейла, который стартует 8 мая, 24 миллиона евро. При покупке токенов будут работать аирдропы, рассчитываемые математически. Приятный бонус – баунти-система. Сейчас MoneyRebel находится на середине своего пути, который начался аж в 2016 году. Идея MoneyRebel возникла в 2016 году и прошла длинный путь. В 2017 проект полностью сформировал концептуальное и идейное ядро, подтянул адвайзеров и достиг софткапа. В начале 2018 уже реализована бета, объявлена ICO, а позже пройдет презентация первого из 5 майлстоунов. Большим финалом станет реализация ICO-пулов. Они, по примеру пулов для майнинга, смогут объединять инвесторов с небольшими вкладами для участия на жирных при ICO. Глобальная амбиция MoneyRebel – это не только увеличить крипторынок и привлечь туда побольше хомячков, но и изменить правила игры в банкинге. Например, один из майлстоунов, MR Banking, ставит себе за цель поддержку инновационных систем типа Ripple в обход стандартной SWIFT-системе. Друзья, а вы заинтересованы в увеличении крипторынка? И какие вообще перспективы вы видите?
Поделитесь своими мыслями в комментариях под этим видео и не забывайте о нашем телеграм-чате. А на этом у меня все. С вами была Миша. До новых встреч на канале CryptoDealers. Пока!